В 2016 году в Бельцах было установлено 13 новых игровых комплексов для детей. Они были приобретены из средств местного бюджета и фонда Рената Усатова. В этом году руководство города планирует оборудовать современными детскими игровыми площадками еще 14 бельских дворов. На эти цели из муниципального бюджета выделено 880 тысяч леев. Такие данные озвучил вице-мэр города Леонид Бабий на муниципальном совете, состоявшемся в четверг 30 марта. В прошлом году было благоустроено 13 игровых площадок для детей с оборудованием игровых элементов. На текущий год запланировано установить еще 14. В своем докладе о реализации стратегии устойчивого развития Бельц на 2016-2019 годы вице-мэр отметил также, что в городе уделяется большое внимание развитию спорта. Муниципальный бюджет профинансировал реализацию молодежной политики на 700 тысяч леев. А на развитие спорта и содержание спортивных школ израсходовано в целом 16,5 миллиона. Модернизировано 3 спортзала, 2 спортивных поля. Участвуя в международных республиканских соревнованиях, спортсменами муниципалитета было завоевано 137 медалей, из которых 76 золотых, 37 серебряных, 24 бронзовых. Необходимо отметить, что началось строительство нового футбольного поля с натуральным покрытием в районе городского озера, а также оборудован современный спортзал для занятий настольным теннисом с профессиональным покрытием и стрелковый тир для стрельбы из пневматического оружия. Значительную поддержку бельским спортсменам оказывает мэр города Рената Усатый, вкладывая личные средства. Градоначальник не раз говорил, что страна, где не развивается спорт, не имеет будущего.